Привет, народ! И о чем еще можно будет поговорить в преддверии лета? И, ребят, сегодня я хочу вам представить тапки. Именно тапки от Изи. Ребят, ну вы уже все в курсе, что такое слайд, и Кани словил нереальное количество хайпа на этом, и в частности, касаемо этих тапок, они уже стали своего рода частью сникер-культуры. Они есть практически везде, в медиа их рекламируют, носят звезды шоу-бизнеса, различные сникерхеды, ну и в том числе и я. Это уже не первые мои тапки, кое-которые я продал, оставил для себя чисто самые простые. И я реально их затестил в таких вот прям полевых условиях лета. То есть ходил по песку, юзал, и соответственно у меня накопился такой своего рода интересный опыт, которым я бы хотел поделиться с вами. Что касается коробки и самой непосредственной упаковки, она не скажу такая минималистичная, как нежели там, например, 450. Сейчас вот зацените. Это слайды. И вот у меня 450. Вот в частности 450 выглядят более минималистичным дизайном, нежели непосредственно сами слайд. Ну и тапки эти выглядят громоздко, что ж об этом говорить. И забегая вперед, вот обратите внимание, размер десятка 10 US. То есть еще раз повторяюсь, все, кто выбирает Easy, никогда не берите true to size, то есть никогда не берите ваш размер Adidas, потому что они вам будут маломерить. И это будет вызывать огромное количество дискомфорта, поэтому минимум всегда на следующий размер. Есть, конечно, определенные модели, которые нужно брать более чем на пол размера или на целый размер. Но смотрите мои другие видосы, и вы поймете, о чем я говорю. Что касается непосредственно этих тапок, то я уже их носил, и все, что вы увидите внутри, это сами непосредственные тапки, не более того. Вот. И, ребят, долго описывать их дизайн даже не стоит, да, то есть кто не видел их вживую, то здесь есть определенные моменты, на которые стоит обратить внимание. То есть дизайн достаточно прост, но в то же время он несколько такой гигантский, если сравнивать тапки Swite с какими-то обычными тапками или тапками других производителей. Так вот, из особенностей здесь вот такая зубчатая подошва и, соответственно, значок Adidas. Больше здесь ничего такого прям выдающегося и запоминающегося точно вы не найдете. Другое дело — это непосредственно сам материал. То есть это такая пена, напоминающая резину. Я для себя, честно, не решил, что это в итоге, пена или резина. Но, ребят, по ощущениям, это больше всего напоминает именно непосредственно пену. Суть производства этих тапок, что это, ну, по крайней мере, то, о чем нам говорят в интернете, то это так называемое литье. И поэтому здесь вы не увидите особо никаких швов,
То есть есть вот такой вот пин. Соответственно, видимо, короче, когда заливается все это в определенную форму, здесь и отрезается. В любом случае, ребят, если кто-то шарит в этом моменте гораздо больше, чем я, в общем, поправьте меня, напишите в комментариях. Касаемо непосредственно удобства, это немаловажный момент. То есть, еще раз я повторюсь, на размер больше, то есть берете просто следующий, и он будет вам четко подходить. Кто-то носит их с носком, кто-то на голую ногу, тут в зависимости от силы. Честно скажу, что с носком здесь их придется немножко разнашивать. Второй вопрос, разнашивается или нет? Нет, у меня не получилось. Но есть один нюанс, то есть когда вы тусуетесь где-то в горячих странах, то они, соответственно, начинают нагреваться и садятся еще лучше под вашу ногу. Первое время я к ним немножко привыкал, а именно у меня натирало ногу вот в этих местах, но почему-то только на одной ноге, видимо, как бы я так ходил, не могу точно объяснить. Потом эта неприятная фишка исчезла, в общем, и больше дискомфорта они у меня не вызывали. Единственное, я боялся оставлять их под прямыми солнечными лучами на долгое время, то есть именно на пляже, когда вот прям не просто жарит, а аж пекет, я думал, они как-то деформируются. Но как я не оставлял, ничего страшного с ними не произошло. Единственное, вот как я уже сказал, то есть они становятся горячими, нагреваются, видимо, так как все-таки это пена там с резиной, это все-таки полиэстер какой-то, да, то они, их, во-первых, легко надевать после этого, легко носить, и они более мягкие. Когда они мокрые или такие чуть охлаждаются, если сравнивать с фоумами, да, то там попадает песок и может ногу натирать, то слайды в этом плане идеальные просто. То есть они хорошо садятся, хорошо сидят, да, хлюпают чуток, но это не вызывает никакого дискомфорта. Поэтому, что я могу сказать по выводу, просто не буду слишком затягивать. Ребята, это действительно удобная обувь, удобные тапки для лета. Мне было абсолютно не стрёмно ходить в них как в помещении, так и на улице. И более того, было даже иногда прикольно надеть с ними носки, а очень много сникерхедов в мире носят именно так. И поэтому все, что я могу сказать, я рекомендую, но когда они стоят адекватно. То есть не нужно гнаться за какой-то супер особенной расцветкой, мое личное мнение. Просто их сейчас навалом уже на том же StockX, и возможно кто-то перепродает. И ценник у них более чем адекватный. Да, если у вас не получилось копнуть, придется чуток доплатить, но они того стоят. Люди обращают внимание, то есть они вызывают все еще какой-то определенный хайп. Конечно, много подделок, но все-таки подделки не такие качественные. И тут, конечно, Easy выделяется. Выделяется из всех. То есть продукция Easy даже от основного Adidas отличается достаточно серьезно. В этом плане не нужно напрягаться, не нужно как-то искать замену. То есть если вы действительно хотели приобрести слайд от Easy, да, то, ребят, это определенно то, что нужно. В любом случае, смотрите мои другие видео, вы увидите, насколько разнообразная сникер-индустрия, насколько много определенных и прикольных моделей. И вы можете задавать мне вопросы, писать комментарии. В общем, как могу, так отвечаю. До встречи.